Всем приветики, дорогие друзья, с вами я, Даналия, и сегодня у нас видео покупка лошади. Вы спросите, как опять покупка лошади? Только же недавно я покупала себе вот этого вот красавца, который до сих пор первого уровня, да, и которого я не чищу, потому что, ну, сил уже нету, чтобы всех лошадей чистить. И что вот только недавно я тоже покупала себе Фьорда. Но как бы тоже вот второй левел, и то вчера прокачанный. Вы спросите, как опять? Зачем? Зачем? Кого ты хочешь купить? Я вам объясняю, что год назад, когда я вернулась в ССО, и вернулась я основательно, я мечтала себе о двух лошадях. Мечтала о двух лошадях. Мустанге и Хафлингере из приложения. Вот, но то, сколько количество раз я покупала себе СК. И, будучи выращенные уже лошади в приложении, я их не покупала. Я решила, что все хватит, пора уже взять себя просто под подмышки, поднять и сказать, вот, у тебя есть СК, иди покупай. Поэтому сегодня я вот сейчас без лошади, однако мне придется сесть на какой-нибудь, чтобы выехать из конюшни. Я даже специально поставила, смотрите, вот тут у нас мустанг мой, самый первый, вот у нас тут еще один мустанг, который тоже очень сильно люблю. Вот. И вот тут, по идее, я надеюсь, по рандому, точнее, нет, не по рандому, а по логике, должен будет встать конь, которого я покупаю. Я выращиваю одновременно, выращивала трех жеребят. Двух мустангов и одного хафлингера. Ну, потом до меня дошло, что, может быть, я еще одного мустанга из приложения хочу, но я не уверена, потому что он мне не так сильно нравится. Вот. Я не покупала места в дониках в приложении, я просто очень хитрая. Вначале я выращивала лошадок на планшете, на телефоне и скачала специальную программу на компьютер, чтобы можно было еще и на компьютере скачать это приложение и тоже там выращивать лошадок. Вот. Но телефон у меня полетел, а там уже были выращены хафлингер и мустанг. Вот, и мне пришлось все заново. И так вышло, что вот мустанг, которого я хочу первее всего, точнее, да, которого я раньше всегда хотела, он у меня уже вырос, а все остальные на компьютере, они еще не выросли. Это вот так вот у меня случайно получилось. Вот, так, видео о том, как я выращивала этого мустанга, у меня не будет, потому что, ну, я на планшете вообще не хочу ничего снимать, вообще как это снимать, запись экрана делать, я тоже не знаю. Вот, сейчас я только проверю ее имя этого мустанга, да, это девочка. Вот, просто я помню, что она у меня гроза, но я не помню, какая. То ли молниеносная, то ли могучая. Вот я не помню. Но благо тут это все будет на букву М. Все могучая, молниеносная, гроза. Знаете, наверное, молниеносная. Может быть, раньше она и была могучей, но сейчас я как что-то смотрю, она мне молниеносной больше нравится. Вот, так что, да, вам придется просто посидеть, подождать, пока я куплю эту лошадь. Да-да-да. Значит, сейчас будем вводить свой аккаунт. Где? Да. Угу. Так, это так. Та-та-там. Как долго-то? О, благо тут на планшете на моем старом есть такая кнопочка автоматически .com ставить. И .ru тоже. Как раз она мне очень полезна. Так, парольчик. Теперь нам нужен парольчик. Парольчик. Так. Так, вроде бы это мой аккаунт основной. А то я помню, когда я впервые перешла на другой аккаунт, у меня были кое-какие проблемы. Так, значит, проверяем. Я всегда проверяю количество СК. То, которое мне показывают, которое у меня есть, и то, которое у меня в игре. Если оно совпадает, то я спокойна. Так, у нас кто-то тут встал. Что-то я отвлеклась от монитора. Так,
Эта лошадь стоит 969 старкоинс. У меня определенная сумма. Ну, хотя вы и так все видите, какая у меня там сумма. Вот. Хотите эту лошадь? Конечно, я нажимаю купить. Я так... Вы уверены, что хотите купить эту лошадь? Она стоит 969 СК. Они дважды... Они говорят, сколько она стоит, сколько у меня есть. А потом, когда я нажимаю купить, они такие... Вы уверены? Она стоит 969 СК. Но, знаете, 969 СК это не 900... Сколько там? Сколько там фриза стоит? 990, что ли? Да, я хочу эту лошадь. Купить лошадь. Успешно! Теперь вы можете ездить на своей лошади в Star Stable Online. Вы найдете лошадь в конюшне или на пастбище. Ой, простите, еще болею. Так, ну-ка. Деньги с меня уже сняли. Почти 1000 песка. Ну, ладно, 969, это не 990. Будем думать о позитивном. Что мы купили не самую дорогую лошадь в этой игрушке. Хотя и самую дорогую мы тоже в этом году уже покупали. А, я ее вижу, вон она стоит. Логик. Вот вы видите, вы помните, что я выходила, я садилась на фьорда здесь, а Дракенин стоял вот здесь. Вот у Star Stable еще недоработка с этой штукой. Да. А почему? Просто вот такое чувство, что в Star Stable иногда срабатывает старый методика старого. Я даже не знаю, построение, что ли. Потому что иногда лошади сами перестраиваются. То есть та лошадь, на которой ты сидела, ты с нее слезаешь, садишься на дугу, и она почему-то ставится вот в этот дайник. Здравствуй, мой дорогой цирковой друг. Иди отсюда. Ты мне уже надоел, честное слово. Так. Видите, мне уже лучше стало. Я уже могу издавать хоть какие-то звуки. Значит, лунное облако, молниеносная гроза и верный король. не великий, а верный. Да. Вот. Ой, какая же... Ай, та-та-та-та-та! Боже, больше... Нет, год, наверное, чуть больше года. Чуть больше года я тебя не могла купить! Какая я плохая! Мне потом придется оправдываться еще перед Хафлингером, что он так долго меня ждал. Как я вообще имена-то не забыла. Ну-ка. О боже, наконец-то. Я даже не верю. Знаете, это вроде бы вот тот самый писк о покупке лошади, но это другое. Это когда ты маленький, тебе дарят на день рождения то, что ты хотел. И ты просто на седьмом небе от счастья. У меня аж солнышко за окном светит. Небо чистое. И я почти выздоровела. Вот просто идеальный день, чтобы купить просто давно ожидаемую лошадь. Знаете, это можно просто все переписать на то, что... Изначально мне не хотели продавать этого мустанга, что были проблемы с документами, что перевозка этого мустанга была вообще очень трудоемкой, нужны были прививки, справки, подписи, печати. Вот знаете, да, кстати, вот это больше похоже на реальность, что я просто долго не могла никак оформиться с этой лошадью. Кстати, да, можно так историю рассказывать. А как ты купила эту лошадь? Я буду всем отвечать, что вот, у меня были проблемы с ней, что я не могла никак... никак не могла я разобраться с документами, нам не хотели делать определенные прививки, потом еще перелет. Слушай, мне прям нравится, это прям такая крутейшая история. Так, ну давайте пока что просто уздечку на нее оденем и пойдем ее почистим. Да, у меня теперь будет так. Ой, боже ж ты мой, я так рада. Молниеносная гроза, неужели это теперь со мной? И знаете, вот еще из-за того, что... Ой. Что мустанги в приложении выглядят совсем по-другому, чем в игрушке, когда... Она телепортируется в игру, и вы видите ее настоящую мордочку. Это вот просто это волшебно. Да.
Так, давай мы тебя отпустим, снимем с тебя уздечку. Да, мы вот так все, мы вот так, вот так вот мы тебя поставим. Значит, мы тебя будем чистить. У тебя зимой какая ты няшка, я понимаю. Скриншотик. Да. О, ты боже ж ты мой. Давай теперь другую половинку тебе почешем. Ну ты какая хорошая. Вот я не знаю, я вот когда я впервые увидела эту лошадь, я сразу поняла, что у меня это будет девочка. Несмотря на то, что у меня почти все лошади чаще всего мальчики. То есть вообще мне иногда приходится себя переубеждать, что нет, это должна быть девочка, хватит мальчиков. Вот. Так, теперь мы должны тебя намочить. Сколько мне лет? Не важно. Я просто... Я люблю, когда мустанги вот так вот дремать начинают. Мне прям вообще это так нравится. Это меня напоминает. Когда там на последних лекциях, на последних занятиях, уже под конец дня, ты уже такой сидишь, просто вот так вот, как этот мустанг, клюешь носом, закрытыми глазами. Знаете, вот... По сути, вот это вот еще вот эта чистка, мойка, она ничего не дает. Но мне лично это доставляет такое наслаждение, что я стою, я мою эту лошадь. О, боже ты мой. Мне прям сейчас хочется убрать всех своих лошадей на пастбище, пусть они отдыхают. А вот это моя любовь. Моя любовь. О, да. У меня еще выращенный тракенин стоит Пегги, но я пока хочу с ним немножко подождать. Да что, вот, но эти вот лошади уже и вправду давно ждут. Так, теперь мы тебя смываем. Нормально, в воздухе. Все. Да, я тебя тоже уже... опять этот глюк. Да, тут иногда остается глюк, что звуки душ остаются. Ну почему нельзя нормально лошадь-то погладить? Разрабы. Ну за что вот так? Так. Где моя радость, ты бегая? Знакомьтесь, молниеносная гроза. Предварительно должна была быть моей самой первой, вообще по идее, самой первой лошадью. Но дальше что-то как-то тогда невнимательное было. И вообще, вместо того, чтобы купить, к примеру, Хафлингера, самым первым, из приложения, она немножечко тук-тук и купила себе старого Тинкера. Так вот. Так, давай-ка мы на тебя оденем вольтрапик. Нагавочки, да, это нагавочки. Не бинты, это нагавочки. Так, и... Ну, давайте вот это вот, и шлемик сразу же, или шапочку лучше. Шапочку. Хочу шапочку. Сейчас шапочку. Сейчас не занятие, сейчас не обязательно надевать сапоги, сейчас нужно, можно и шапочку. О, просто не могу! Я в восторге. Я в восторге. Я вообще мустангов люблю. Я вообще думала сделать видео о том, какие у меня самые favorite horses. In me. Какие у меня самые фаворитные лошади. Ты должна сидеть. Я сижу. Выпускайте. Я готова. Я готова. Я сейчас буду пищать и визжать. Хотя я и так уже как могла пищу и визжу. Господи, неужели я на ней сижу? Ты моя радость. Ты вообще серебристо-белая пятнышко. Просто. Мустанги — моя любовь. Вот, серьезно. Вот, я и хафлингеры. Серьезно. Это, наверное, две породы, к которым я вот вообще претензий никогда никаких не имела. Ни к аллюрам, ни к внешности, ни к гриве вообще. Никаких. О, да. Вообще, ты красотка. А еще мне кажется, вот разрабы, когда обновляют что-то и молчат об этом, я не могу, прям злит иногда. Так получается, что анимация движения всадника на лошади изменилась. В любом аллюре. То есть даже когда мы просто едем, всадник так покачивается. Ну это я раньше не видела, хотя я обычно вижу что-то такое. Ну ты какая хорошая.
Просто молниеносная гроза. Вот, кстати, шустрая очень. Вот, точно молниеносная. Не могучая, а именно молниеносная. Кстати, вообще, я опять решила лошадей не качать, потому что уже прямо очевидно, что лошади первых левелов с низкой скоростью, ну как, ну ладно, 18. То есть подковы даже я не меняю, я их вообще теперь не меняю. То есть нулевки стоят. Вот, что лошади первых левелов вообще вот не... А, ты десятый? Простите, простите, ты десятый, я не... Я забыла... Я забыла, что это десятый, то есть у тебя до 15-го прокачать будет легче простого. Я не устану. Ну-ка. Дюговый хрущая. Ну, ты прелесть вообще. Ну вот как можно не любить вот этих лошадок? Я не понимаю. У меня на очереди потом хафлингер и белый мустанг. Мы хотели сказать мустангер. Хафлингер и мустангер. Нормально. Ну, вот так и появляются новые названия пород. Вот. Ну, я не знаю, как. Просто они у меня растут вместе на одном, в одном приложении, они одинакового левела. И, то есть, по идее, сегодня в 12 ночи они уже будут выращены, и, ну, я подумаю, покупать их или нет. Я знаю точно, что лошадей с рынка я раба себе хотела, я покупать пока что не буду. Потому что вот он не настолько древний по желанию, чем вот эти вот 2-3 лошади. Да. Так, ну надо... Ну, серьезно. Забываю я вечно отключать эту штуку. О, ребятки. Ребятки, ребятушки мои. Я так рада. И мне так рада, что у меня сейчас сопли потекут. Просто потекут сопельки. Так, надо, кстати, телепортироваться. Все, доехать до фермы Стива. Хотя, знаете, я поеду своим ходом. Вот, знаете, как прямой эфир своим ходом, чтобы грива на ветру развивалась, хотя этого не видно, чтобы компьютер слегка подлагивал. Правильно, как же без этого? Ой, ребята, спасибо, что вы со мной, что вообще у меня столько радости не просто от того, что я покупку лошади сделала, а того, что я могу этим поделиться еще и с вами. И, знаете, я хочу поделиться с вами советом от меня, что прежде чем покупать лошадь, то есть у вас появилась мысль, что вы хотите купить какую-то лошадь, но лошадь, но потом думаете, зачем она мне не нравится, у нее там плохая анимация, старая моделька, бла-бла-бла-бла-бла. Ребят, а то, что вы об этом подумали, уже дало какое-то начало вашей любви к этой лошади. Причем какое-то конкретное. Так, вот мы приехали, так, мы посмотрим корешечку. Ну, корешечка не... Почему вот мустанги всегда у меня едят у лошадиного стилиста? Всегда. День, ночь, осень, зима, всегда они стоят и едят. Так, потом длинная. Ох, что-то тоже симпатично. И это ничего. Мне вообще кажется, на мустангах любая стрижка смотрится хорошо. Даже шишечки, если нужно. Ой, не-не-не-не, она прям такая милашка с шишечками. Он такой, такой, ну вообще, ну прям не мог. Я прям все, я не могу. Шишечки я, конечно, делать не буду. То есть это у меня не спортивная лошадь. Это лошадь так для себя. Для моей любви просто к этой лошадке. Ты ведь... Да, почему ты не прыгаешь? Сейчас выяснится, что эта лошадь еще и прыгать не любит. Серьезно. Ну, может быть, она просто не хочет прыгать именно здесь. А, нет, прыгнула. Молодец, какой. Давай, похвали ее. Вот, молодцы. Смотрите, она прыгнула, и я ее похвалила. Просто замечательно. Так, надо сделать фото. Ой, ну почему она глаза закрыла? Глаза закрыла, еще так мило. Так, ну-ка, давайте. Чеши ее, пожалуйста. Ну, почеши. Опять она есть сначала. Что ты там ешь? Ну-ка, дерни ее. Во! Во-во-во, все.
Вот так вот. Вот так вот, вот так вот, да. Почему так фото сейчас долго делаются, я прям не могу. Так, надо еще вот так вот. Ей! Ой, новая лошадка. Вообще это всегда приятно. Ну, в общем, ребят, если вам пришла мысль, что вам нравится лошадь, но она вам одновременно не нравится, просто сядьте и начните смотреть видео, как другие на ней катаются. Вы взвоите и пойдете и купите эту лошадь. Потом вы будете сидеть и говорить, зачем я ее купил. А потом вы в какой-то момент будете заходить в конюшню, случайно видеть ее, и вы такие, точно, у меня же есть эта лошадь, я хочу на ней покататься, я так давно на ней катался. Это любовь, все. Вообще, спасибо, ребята, что были со мной сегодня в этот замечательный солнечный день, потому что, в принципе, у меня погода сейчас такая же, как вы видите на экране, только осень. То есть, деревья без листьев, все желто, красно, оранжевое, не то, что здесь. Вот, ну, в общем, еще раз, опять же, спасибо вам большое, что смотрите меня, что посмотрели это видео, что если вы посмотрели мои другие видео, предыдущие, тоже вам большое спасибо. И если вам все это нравится, то продолжайте смотреть мои видео дальше, мне это нравится, оставляйте комментарии, можете задавать свои вопросы, там, какие-то пожелания, если у вас есть на этот счет мысли разные. Вот. Не бойтесь писать мне в комментариях. Я обязательно что-нибудь да отвечу. Даже если, ну, не знаю. Но имеется в виду, если вы что-то именно написали. Если вы просто поставили смайлик, то, ну, я просто поставлю, конечно, лайк на ваш комментарий, но ничего на него отвечать не буду, потому что нету никакого смысла в этой, в одном этом смайле. А вот если вы напишите мне какую-нибудь фразу, предложение, вопрос, пожелание, я обязательно на него отвечу. Всем спасибо, с вами была я, Донали, и моя новая лошадь, молниеносная гроза, мой просто шикарный, скажем так, дождевой мустанг. Всем удачи, не забывайте чистить своих лошадок и угощать их морковкой. Всем пока, спасибо за просмотр.